Настало время очередного выпуска. Всем здоровья. Сегодня мы поговорим о цепях и о том, что не все выгодно покупать в Китае. Конкретно я цепь купил здесь, потому что в Китае она была и дороже, и ее пришлось бы еще ждать. Такой маневр считаю глупым. Собственно говоря, сама цепь. Цепь КМС, производство Тайвань. Взял я средний вариант. Так, эта цепь существует в трех вариантах. X10, X10L, как у меня, и X10SL. Что интересно, первые два варианта, X10 и X10L, в Китае дороже, чем здесь. Единственный вариант, который в Китае дешевле, это топовый вариант, X10SL. Но решили начать с серединки, чтобы потом было с чем сравнивать. Потом мы перейдем на SL и просто сравним, что мы приобретем или наоборот, что потеряем, поставив более дорогую цепь. Давайте расшифруем аббревиатуру. X обозначает в том, что в данной линейке используется технология X-Shape, X-Bridge. 10 говорит о том, что эта цепь предназначена для работы с 10-скоростными блоками звезд. И L, в моем случае, это Light, облегченная версия. Выражается это следующим, что внутренние звенья, как видно, имеют вырубленные окошки для снижения веса. Соответственно, в версии X10 этих окошек нету. Там все пластины сплошные. В версии SL эти окошки присутствуют на всех пластинах, что обеспечит еще меньший вес. Также из технологий, которые используются в этой цепи, производитель указывает особую форму самих звеньев, что позволяет не накапливать грязь, что значительно, в свою очередь, продлевает срок службы. Это очевидно. Проверим на практике, насколько это хорошо и вообще соответствует истине. Из преимуществ непосредственно этой цепи я вижу наличие замка, который идет в комплекте. Это КМС-ский замок Missing Link. Его преимущество в том, что он многоразовый, в отличие от Shimano, где, если вам необходимо снять цепь, и вы ее разобрали, вам необходимо менять замок, поскольку у Shimano он является одноразовым. Здесь замок многоразовый. Если вам понадобилась чистка, вы настолько загадили цепь, то вы просто разъединяете замок, проводите операцию по очистке и обратно его одеваете. Еще что интересного. Данная цепь имеет 114 звеньев и заявленный вес 269 грамм. В свою очередь, на сайте производителя указано, что несмотря на низкий вес, данные цепи обладают очень высокой прочностью и выдерживают на разрыв до 200 кг. В принципе, в этой цепи можно быть уверенным, что она у вас не разлетится. Ну, конечно, если у вас веса не за 100 кг, и вы не выжимаете на педаль какие-нибудь невероятные массы. Ну что ж, давайте взвесим, ознакомимся с содержимым и осмотрим более детально саму цепь. Вот, собственно, замок, о котором я вам рассказывал. Видите, он фиксируется с движением, легко разбирается и обратно собирается. Знает под собой многоразовое использование. Это, в принципе, плюс. Давайте взвесим саму цепь. Это возьмем весы, разумеется. Итак. На коробке у нас указано 269 грамм. По факту 264, но давайте еще замок туда бросим, даже прям в пакетике. 266. Ну что ж,
вес устраивает, все соответствует. Дальше остается провести тесты с этой цепью. Ну, тесты, громко сказано, мы просто ее оденем, будем на ней кататься. Посмотрим, насколько ее хватит. В интернетах много споров на тему, как долго живут цепи. Кто-то говорит 1000 километров, кто-то говорит 1500, некоторые доходят до 4000. Вот. Мы ее поставим и будем следить, насколько ее хватит до замены. А после сравним со следующей версией SL. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Увидимся через 4 дня.